Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг прятки». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вам выпускаем эту серию. И вы, ребята, прекрасно знаете, что сейчас нужно делать. Конечно, влепите огромный палец вверх и на мой видос, и на Жекин видос. Набираем по 15 тысяч лайков, и мы обещаем то, что следующая серия «Троллинг пряток» не заставит себя ждать, да? Да, пошел. Ты кто такой? Давай, до свидания. Мутант какой-то, ты что превратился? Охренеть, это что сейчас было, Жека? Вообще ужас. В общем, ребята, добро пожаловать на мою карту. Что это у меня за карта? Какая-то необычная, потому что, как видите, мы всегда ограничивались вот этой местностью, которая сейчас находится на экране, но я в этой серии построил еще 5 дополнительных островков и катер, на котором Жека будет путешествовать туда-сюда. Мне кажется, то, что вот такой новенький формат, такая новенькая карта, мне кажется, даже будет очень интересной. Но в первую очередь, ребята, перед тем, как поставить лайк на видосик, обязательно подпишись, ребята. Мне будет очень приятно, а вы потратите всего лишь одну секундочку, если подпишетесь на мой канал. И также обязательно не забудьте клацнуть на колокольчик. И те, кто уже подписаны, и те, кто сейчас подпишется. Подписался! Вот молодец, обязательно подписывайся. Что, ребята, что мы сейчас будем делать? А ничего, пойдем на карту Евгения, найдем его за 2 минуты. Как обычно, вот он уже там ходит, летает, найдем его и вернемся на мою карту, поэтому давайте, ребята, погнали. Эдисон, можно, вот, короче, Эдисон, что я хотел тебе сказать. Сегодня у меня карта необычная. Ты вот знаешь, я недавно вернулся из Новосибирска. Да ладно! Это где? Что это вообще за город? Это не важно, там медведи бегают. Медведи бегают. Вот, я, короче, сегодня решил построить главную достопримечательность Новосибирска, это оперный театр. Вот, и я... Ёперный театр, да? Вот. Я тут вот прям в этом месте, где ты сейчас бегаешь, я тут устраивал сходку. Рыба, меня рыба убила, понимаешь? Сходку? В смысле? Ай! Подожди, я что-то нажал! Жека, я сам себе челлендж тут включил, подожди. Ура! Сходку? Очень. Какую сходку? Ах ты, паскуда. А меня не пригласил, да, называется? Ну ты понимаешь, ты в своей Москве торчал, я в Новосибирске. Вот, короче, я устроил тут сходку, я тебя, короче, построил вот именно сходку с подписчиками, понимаешь? Угу. Вот, и там бегают различные подписчики, но дело... Дело в том, что они меня потеряли, понимаешь? В смысле, понимаешь? Они тебя потеряли? А ты где? Ну видишь, я не пришел на сходку, они там бегают и ищут меня, понимаешь? Собака! Так, а как мне перепрыгнуть вот тут? Я что-то вообще не понимаю, что ты тут устроил на самом деле? Тут на самом деле вообще очень странная, страшная вещь, очень страшная и странная. Вот, что ты там делаешь? Ты что-то кого-то бьешь или что? Да что-то типа пытаюсь такое, знаешь. Я рыбу не могу бить! Рыба, понимаешь? Ай, да что ж такое? Я рыбу что-то там открываешь, да? Да, я рыбу не могу бить, понимаешь? Ну ты давай, ты бей, обязательно. Я не знаю, что делать. Да все, не я это, хватит бить уже. Да потому что он меня не убивает. Так, если это реально будешь ты, то я никого не могу бить, поэтому аккуратно. Да, ну это хорошо, это замечательно. Спасибо, что меня убили. Подписчики, я его нашел, он тут, забегайте. Вот он, рыба. Так, хорошо. На самом деле, как бы, ты не понимаешь. Вот включи себе геймод, вот ты немножко не понимаешь. Взлети. Подожди. Вот лети за мной, видишь, вот я рыба, да? Нет, я не вижу. Вот я. Да где? Да вот, да вижу, да все вижу. Я на самом деле был тут, понимаешь, вот я. А ты убил не меня, поэтому ты как бы давай, ищи меня. Нет, подписчик, он тут! Короче, ты какой-то вообще хороший. Я слишком хороший следопыт. У тебя еще, как я вижу, тут столько всего было, да? Да! Ну-ка, ребят, как бы у нас ничего не подстроено, поэтому... Какой-то маленький у тебя город Новосибирск, я тебя вот так быстро нашел на самом деле. Бывает. Ну, пойдем на твою карту, что поделать. Ну, хорошо, пошли. Ну что, Евгений? Я на тебя, честно, вот признаюсь, я на тебя обиделся. Почему? Потому что я хотел тебя показать Новосибирск, понимаешь? Да я увидел. А ты не увидел его. Вы понимаете, ребят, вы понимаете, то, что он даже меня не пригласил в Новосибирск, чтобы я посмотрел вот этот город. Даже не приглашал. Мы сейчас ездим. Эдис, у меня такой вопрос. Ты, конечно, молодец, но ты мне говорил, что писюны — это моя прерогатива. И сам понастроил всю карту из писюнов.
А ты о чем вообще говоришь? Какие писюны? У тебя без вся карта в писюнах, изумрудные, колбасы. Это не писюны. Остров сокровищ. А, это Эльдорадо, да? А я тут вообще при чем? То есть, как бы, это не я строил, какие-то там древние люди строили. Не строили, а это просто... А вопрос такой, а ты еще что, свою карту два раза увеличил? Не, там 4 где-то или в 5. Нет, я на самом деле бы повозмущался, что это там... Да ты дурак, ты дурак! Вернись обратно, обратно вернись! Почему? Там катер есть, я специально катер, чтобы ты насладился вот этим всем. Садись в катер, да. Катер, садись в катер. Кстати, знаешь, подожди, пока я там сажусь, я тебе хотел кое-что сказать. Тебя подписчики, я там просто смотрел, они тебе придумали новое прозвище. Эльдорадо. Ты Эльдорадо. Я тебе давно хотел сказать, но ты Эльдорадо. Эльдорадо? Да, типа Эдуард Эльдорадо, понимаешь? Твой катер сейчас взорвется. Нормальный катер! Самый... Почему Эльдорадо сейчас дебилиз? Не знаю, ты просто Эльдорадо. А, типа это такой комплимент. Типа я золотая я золотой мальчик, золотой мальчик, это да? Это комплимент. Просто в одном троллинге сказал, что ты нашел писюн Эльдорадо. Вот. Но ты сам Эльдорадо, понимаешь? Логика, это хорошо, мне не да, это очень хорошо. Так, подожди, а мне в портал ВАД заходить или не надо? Куда тебе заходить? В портал ад. Ну если хочешь, то заходи в портал ад, я тебя держать не буду. Но на самом деле нет. Тут есть 5 островочков. 5. Мне можно заходить, там как бы тоже искать? Да хоть куда, хоть в ад. Не, ну Ладис, это вообще какая-то жопа, если честно. Ты понастроил карту на всю карту. Нет, там просто 5 маленьких островков, и все, там больше ничего нету. А портал ВАД? Нет, не надо порталад. Не надо никакой порталад. Порталада не надо. Порталад вообще, не обращай на него внимания. У меня есть остров. Горю! Горю! А ты не гори, ты не гори! Не гори, Жека! В общем, смотри, у меня есть остров, где порталад. У меня есть остров, где пустыня, всякие египетские штучки при бамбучке. У меня есть где вулкан, где джунгли, и также где зима, понимаешь? Но на зиме... Понимаешь, Эдисон, я понимаешь, специально в свою карту не воткнул полный ёперный театр. Потому что у меня эта карта не позволяла этого сделать. А ты сделал в 4 раза больше. Так тут ничего нету, тут просто море и 5 маленьких островков, и все. Да вообще, да твою мать, какараган эти. Сам ты какараган. Там ничего нету, Евгений. Но я тебе дам подсказочку. Ну давай. Я тебя уже давно жду. А, вот это подсказка. Он меня ждет, ну спасибо. Но я тебя не просто так жду, у меня для тебя есть сюрприз. Сюрприз, понимаешь? Сюрприз? Мне для этого писюн Эльдорадо не надо. Да не надо, забирай себе, вот никому не надо писюн Эльдорадо, вот. А ты вообще там был на вот этом острове, писюнковом острове? Бью. Писюнковый остров, Евгений. А, что, да, Писюнковый остров. Был на Писюнковом острове? Да, но я в нем появляюсь, как бы. И чё, там есть что-то прикольное? Давай, там только писюны. Я только писюны. Золотые. Да ты не могу запрыгнуть! Ёшкири! Куда ты не можешь запрыгнуть? Так, подожди, мне вот эта подсказка мне уже понравилась. Всё, запрыгнул, нормально. Я не мог просто... А, тут обойти можно, это нормально, всё. Значит, надо никуда... Обойти не можно! Обойти можно, да. Обойти, значит, можно. Вот. Так, подожди. Много всяких тайн таится на одном из островов. Много всяких тайн, о которых ты даже не знаешь до сих пор. Да? Да. Хорошо. Это очень хорошо. Я на этом острове еще не был. На каком? Не знаю. Ты катер юзай. Да как, если он в жопе где-то стоит? Катер юзай. Не, не хочу. Опа, Евгений, я вас вижу. Ты меня видишь? Смотри, как он ходит по песочку. Опа! Прыгнул! Ты поплавай, да. Много всего интересного. Откуда ты меня видишь? Сейчас спрячу, чтобы ты меня не увидел. Так, ты подожди. Я тебя найду, ты никуда не переживай. Хорошо. Я тебя жду, и мы отправимся с тобой в далекое путешествие в Португалию. Понимаешь? Подожди, у меня есть одно предположение. Что ты замолчал? Не, ничего. Я что, спалился? Не, подожди.
Я-то жду. А, то есть это не ты, там просто в этом, в катере сидела летучая мышь. Я ее, честно, туда вообще не сажал даже. Ладно, тут теперь болтыхается из катера, я сломал катер. Хорошо, может. Ты катер сломал? Да. Ты шо, чучу? Так там сидела летучая мышь. Это даже не real talk, Жек, это не real talk. Это не real talk? Ну, блин, понимаешь, я думал, что ты там сидишь, поэтому решил ее сломать. Куда ты там прыгаешь? Ты что, в ад хочешь отправиться? Я тебя жду! Я тебя жду! Сейчас будет тю-тю! Отправляемся в путешествие в Португалию. Тут просто, понимаешь, пипец, если я сейчас умру, мне заново плыть, и вот это все. Тю-тю! Жека, тут сейчас будет тю-тю, тебя никто ждать не будет. Тю-тю будет? Тю-тю! Понимаешь? Или уже там в каком-то поезде сидишь или чё? Не, тогда не чуть-чуть. А как это вообще фигня делает? Не. Не, я не знаю. Как-то вот так, понимаешь? Не, хотя я не знаю, как это вообще делает. Ребят, подскажите, как делает, когда типа. Нет. Чуть-чуть это поезд, да, чуть это поезд, а вот это не знаю даже. Ну, оно тоже какой-то звук издает. Как портал в ад или что? Не-не-не-не-не. Я тебе говорю, портал в ад вообще тут ни при чем. Это просто для красоты, понимаешь? Просто. А, ты в смысле, ты типа на каком-то корабле сидишь, да? Нет. Да? Нет. Он же так делает. Да, это похоже на корабль. Да? Ой, ни хрена себе, как я звуки умею. Нет. А, то есть я же угадал, да? Не знаю. Откуда? То есть я похож, ну, типа... Нет, ты ничего не угадал, нет. Ты вообще не... Ты меня на самом деле вот пугаешь, я говоришь, типа... Ты говоришь, что ты на корабле, да? Ну, типа, что-то типа того, да? А если ты на корабле, то тут как бы еще карта в раза два увеличивается. Да не, я не на корабле вообще. Вообще вот на этот Титаник не лезть. Как знаешь. Эдисон, ну как-то уже вообще не поправил. Ну типа, ты можешь сейчас спрятаться, не знаю, где-где, не знаю. Где-где-где-где-где. Вот это аргумент, вот это я понимаю. Где-где? Ну блин, а куда нет, мне лезть? На Титаник на самом деле очень изи забраться. А, я тебя увидел. Кого? Я тебя увидел. Сам ты... Только вопрос такой, я не знаю, как туда попасть. Кого, понял, кого, ты, кури... кого ты увидел? Да, курицу увидел. Какую курицу? Кого ты увидел? Не отвертишься. Кого ты увидел? Курицу я увидел, сейчас ты там перевоплотишься по-быстрому, да, я понял. Не, я не курица. Да ты курица. Нет, Да, такая забежала, посмотрела на меня, убежала. Конечно, это... Жека, ты привидение, наверное, увидел. Жека, привидение Титаника. Ты не можешь объяснить, как туда залезть? Куда? На Титаник. Я вообще не знаю, а зачем тебе туда нужно? Тебе туда не нужно. Может там ты? Я видел там нет, курицу. Нет, я не там. Сам ты курица, ты чё обзываешься? Я не курица. Так, Эдисон, мне это не нравится. Я видел точно тебя, но не знаю даже как туда попасть. Иди это за пределами карты. Это не за пределами. Это не за пределами. А куда ты идешь, дебил? Обратно. Только с этого острова можно попасть. С какого? Вот с этого, тут где джунгли, вот с этого деревца. Ну сейчас я тебя еще. Давай. Титаник не ждет, надо в путь отправляться, Жека. Давай! Сейчас я тебя убью, мистер Курис. Вот с этого. Нет, да не с того дерева, а с этого, самого ближнего к Титанику. Да сейчас все будет, не переживай. Не. Жека, не бей! Смотри, да не бей! Да не бей, смотри! Жека, это для нас. Я хочу. Да зачем тебе это? Нет, я предлагаю мир тебе. Я приготовлю... Он сейчас опять выкинет меня трусы свои. Я за борт, бро. Забери канистру с бензином, не надо тут ничего сжигать. Да, вот все канистры бензина. Это в честь примирения, понимаешь? В честь примирения. Я с тобой мириться не буду, ты какой-то... В смысле? Все, ты... Ты что, мне не друг? Ты что, мне не друг? Ты мне не друг? Друг, но вот всякие твои вот эти вот трусы мне не надо в меня кидать. Какие трусы? Просто... Жека, ты что, яблочный сок не хочешь? Не, я хочу, давай. Я его что-то не вижу. Так, вот он перед тобой стоит. Это что? Это виноградный сок. Это виноградный сок. Это я только яблочный пью. Яблочный, вот передо мной яблоко можешь выжать. Хорошо. Давай, забирай. Пока. Да куда пока, так вот... Ты паскуда. Ну все, давай, хорошо, давай, сам отправляйся в эту Португалию, никуда я с тобой не поеду, все, и раз ты так хочешь, хорошо. В смысле? Тогда что, в Португалию на Титанике поедем? Да, ты что, не знал? Я думал именно самолет, ну ладно, хорошо, на Титанике, как на Титанике.
Ты где? Я не против. Ты где? Я купаюсь. А, ты, ну хорошо. Я думал закончить серию на Титанике. Ну, раз ты так хочешь. Ну, хорошо, хорошо. Давай. Я забронировал весь Титаник только для нас, чтобы мы нормально съездили в Португалию, понимаешь? Отдохнули. Ура, ура. А он не хочет. Не надо. Убери вот эту какашку с руки, убери вот это. Все, я ничего не делаю. Да, ничего не надо. Ребят, спасибо вам за просмотр. Ставьте, кстати, много лайков, пока этот дебил там кто-то делает, сам не знаю пока что. Кстати, много лайков, 15 тысяч лайков на моем видосе, на Жекина видосе. Мы обещаем то, что сразу же выйдет новая серия вот этого всего, да, троллинг пряток. Спасибо вам за просмотр. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, всем удачи, всем пока. Да, дебил. Пока.